Минус Оклахома, дети-дворники и фотосессия для нарушителей. С вами Маргарита Матюшинская с неформальным, позитивным, недельным выпуском новостей. Погнали! Не брат ты мне больше, Оклахома-Сити. Хулиганы. Ульяновск теперь не город-побратим с американской столицей Оклахомы. Родину Ленина исключили из списка партнеров на официальном сайте Sisters City International Oklahoma City. What the fuck is this? Но! Официальных заявлений о прекращении сотрудничества не было. Представитель ульяновской власти тоже не в курсе. Сбой на сайте? Хакерская атака? Наверняка. Других объяснений американская сторона не дает. Отмалчивается. Ну что ж, помолчим, увидим. Город порос травой и бурьяном. Ну, правда, заметно, что за городом не следят. А все почему? Да-да, все та же тема. Не хватает дворников. Что администрация только не предпринимала. И зарплату повышала, и осужденных принуждала к работам. Все та же картина. Грязь, тлен, мрак, мусор, печаль. Помогли дети. В трудовых отрядах работают дети и за 4 часа облагораживания парков, скверов и других общественных пространств платят старшеклассникам 4500 рублей. Удобно, выгодно, эффективно? Наверное. И если заставить расти траву невозможно, то людей не мусорить легко. Но только в теории. Мэрия очередные меры предприняла. Теперь свинтусов, выбрасывающих мусор за пределы контейнеров, будут штрафовать. 200 тысяч рублей составит наказание. Отдохнуть тебе надо. 200 тысяч. Некогда. Некогда мне отдыхать, покуда такой бардак в стране творится. И фотку на память нарушители сделают на фотоловушку, которую хотят установить рядом с мусорками. Креативная фотозона получается. На этом все. Дружите, друзья, не мусорите. И всего-всего самого хорошего, как всегда. До новых встреч. Пока-пока.